Через добрые дела к красивому и чистому городу. В Самаре наградили участников экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы». Она проходит под патронажем городской думы, а инициатором стал молодежный парламент. В 2011 году один из членов молодежного парламента вышел с такой вот идеей. Вот, давайте проведем акцию. Саммит сначала, да, так сказать, назвал ее так вот громко, ярко, так сказать, «Пожиратели незаконной рекламы». Вот. И она пошла. Сегодня вот, ну, практически сначала школьники присоединились, потом школы одного района, второго, третьего. Сегодня все 9 районов у нас принимают участие. В апреле школьники и волонтеры выходили на улицы города, чтобы очистить фасады домов, остановки, столбы и деревья от незаконной рекламы. В акции приняли участие более 4000 добровольцев из 107 учебных заведений и общественных организаций. Это им понравилось, даже когда мероприятие закончилось, они продолжают это делать. Всего за годы проведения акции в ней приняли участие 30 с лишним тысяч добровольцев, а в 2017 году она вошла в тройку лучших практик по молодежной политике и поддержке молодежных инициатив. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.